День добрый, друзья мои, с вами Юля. Я рада приветствовать вас на моем канале. Я нахожусь в магазине Уби, Польша, город Торунь. Хочу показать, что сейчас здесь есть в продаже, какие растения. На входе меня встречает целый такой палет с различными агланемами. Очень много красивых, пестролистых, ярких красавиц. Цена за одну штуку порядка 8 евро. Вот такие вот шикарные, красивые растения. Смотрите, сколько здесь их. Очень много. Листья просто сказочные. Сейчас в Уби по всей территории Польши проходит фестиваль растений. Здесь завезли огромное множество различных цветов, растений, и не только. Я знаю, что алаказий здесь огромное количество. Посмотрите, какие уже я вижу филодендроны. Просто огонь. И сейчас я вам покажу все, что здесь есть. Я уже просто в восторге. Итак, я нахожусь возле палета с алаказиями. У меня мурашки по коже. Посмотрите, какая красивая варигатная красавица. Название сейчас покажу. Стоит она порядка 25 евро. Диаметр кашпо 14 сантиметров. Вот такая вот красота. И вот такая вот. Она такая бархатная, колючая. Она на ощупь. Называется вот так. Ник вот такой вот красоты. Посмотрите. Господи, какая она классная на ощупь. Просто огонь. Порядка 15 евро за штуку. Вот такие вот здесь разные. Прям очень много. Вы знаете, я сейчас подсела немножечко после самих кулькасов на алаказии. И вот их здесь прям очень-очень много. Классно. Чтобы вы поняли масштаб этого фестиваля растений, который сейчас здесь происходит. Вот. Смотрите, сколько здесь крупномеров. Вы видите? Это тантуриум. Это просто нечто. Конечно же, цена его порядка 60, даже 70 евро за штуку. Но это просто гигант. Да, я смотрела в разных блогеров уже и видела, что это происходит в этом магазине, но я не ожидала, что оно действительно достигает таких размеров. Посмотрите. Это филодендрон. Он гигантский, он крутой. И тоже стоит порядка 70 евро за штуку. Класс. Просто вживую видеть это чудо уже нечто. И алаказии здесь тоже крупномеры есть. Посмотрите. Ценник алаказии где-то порядка 35 евро за штуку. Но антуриум — это просто огонь. Друзья мои, я по большому счету приехала сюда еще и ради того, чтобы найти вот этого красавца. Это Замиокулькас мидори. Большой, красивый, здоровый экземпляр. Ценник его стоит порядка, так, сейчас скажу, ну, дорого. 15 евро за штуку, но я вам хочу сказать, 19 сантиметров кашпо, достойный экземпляр. И, наверное, я его возьму себе в коллекцию. Снова завезли зендики. И очень приятная цена. 9 евро за штуку у этих красавцев. В последнее время все чаще стали попадаться зенди варигатные среди стандартов. Поэтому я немножко здесь подзадержусь. Агланем завезли просто огромное множество в различных объемах горшка. Посмотрите. Сколько пестролистой красоты. Цена за такую агланему 20 евро. Вот так, горшок диаметром 19 сантиметров. Спацифилум диамонт. Диаметр горшка 12 сантиметров. Стоит порядка 5 евро за штуку. То есть в доступе бери, не хочу. У меня уже дома 3 штуки, поэтому, конечно же, я покупать не буду. По 6 евро завезли орхидеи с одним цветоносом. В целом ничего интересного и экзотичного нет. Самые простые, самые обыкновенные. И на два цветоноса орхидеи стоят порядка, так, 9 евро где-то за штуку. Вот такие вот красавицы. Вот такая вот диффенбахия. Смотрите, какая красивая. Объем горшка 21 сантиметр, несколько растений в одном горшке, стоит порядка 30 евро. Там позади этот гигантский филодендрон, просто шикарный,
и вот такие вот фикусы. Диаметр горшка 24 сантиметра. В одном горшке можно увидеть три минимум растения. Стоит такой фикус 40 евро. Так, сверху находятся вот такие вот эстролистные сингониумы. Диаметр горшка 12 сантиметров. Стоимость одного сингониума 6 евро. Какой красивый! Полянка с антуриумами. Шоколадный антуриум Black. Ценник 9 евро за штуку. Размер цветов очень крупный. Красивые растения. Можно, в принципе, покупать. Я думаю, дешевле точно здесь не будет. Делитесь в своих комментариях, проходит ли в ваших городах в Оби сейчас фестиваль растений, какие у вас цены и что есть в ассортименте. Будет очень интересно узнать, есть ли тоже у вас такие красивые и интересные растения. Вот такой вот островок с красавицами калатеями. Прям черная. Я тоже купила одну такую, но у меня она почему-то еще не почернела. А листья вот такие вот зелененькие у нее. Так, 12, диаметр горшка 12 сантиметров, ценник, так, 7 евро за штуку, вот этих вот красоток. Очень много здесь различных диффенбахий, идут они под миксом, горшки 24 сантиметра, очень много растений в одном горшке, ценник порядка 30 евро. Такие вот большие кустища, красивые очень. Бегонии завезли тоже очень много, цветущие пышными шапками. Горшок 13 сантиметров. Цена за бегонию такую 6,5 евро. Вот такая вот красота. Антуриумы здесь есть не только крупномеры, но и в маленьких горшках. Посмотрите, какая красота, разные сорта. Для любителей антуриумов и коллекционеров этот фестиваль просто находка. Ценник горшка за 12 сантиметров где-то около 9 евро за штуку. Вот такие вот красавцы. Посмотрите, какие гигантские фикусы здесь. Ценник одного фикуса в таком ведре, ведрище, я бы сказала, там несколько растений, 3 или 4 в одном. Сейчас скажу, 45 сантиметров диаметр этого горшка. Ох, порядка 250 евро где-то стоит такой вот гигант. Ну, высота его где-то уже 1,70 м. Выше точно, у меня может даже под 2 метра. Такой вот красавец. Вообще здесь хожу как в джунглях. Здесь огромные стрелицы. Там позади филодендроны. Идешь тут прям так, обалдеваешь от их размеров. Конечно же, таких крупномеров не стоит держать в маленьких комнатушках и квартирах. Им нужно очень много пространства. Очень много, особенно стрелицам. Они достигают больших размеров в дальнейшем. И нужно об этом позаботиться, чтобы растению было у вас комфортно. Поэтому, если вы не располагаете местом и высокими потолками, и у вас нет террариумов, оранжерей, то, конечно же, такие растения лучше не заводить. Они будут плохо расти. Порядка 270 евро стоит вот такая вот плетеная красота. Фикус Бенджамина с такой вот шикарной зеленой шапкой. Ну, конечно же, он стоит будет столько, потому что это просто адский труд сформировать ему вот такой вот шикарный ствол. Честно, друзья мои, я впервые вижу такую черную красавицу. Она просто неимоверно красивая. Алаказия на ощупь такая шершавая, немножечко колючая. Видите, вот такой волосинистый покров. Ценник ее, напомню, стоит порядка где-то 15 евро. Боже, она классная. Но я уже Мидори взяла. У меня бюджет ограничен просто. Я не могу. Она шикарная, шикарная. У меня нет слов.
Да вообще они здесь все шикарные. Порядка 15 евро стоит вот такая вот монстера Mint. Диаметр горшка 12 сантиметров. Это для любителей монстер. Такая вот красота есть. Очень хорошая скидка сейчас идет на монстеру. Вот ее название. Да, дорого, но в целом сейчас скажу, сколько стоит, господи, 50 евро за штуку. Вот такая вот она вся шикарная. Размер горшка 15 сантиметров. Уже взрослое растение. Это вам не лист, который еще надо взращивать. И заодно покажу вам вот такие вот варигатные монстеры. Диаметр горшка 12 сантиметров. Ценник порядка 35 где-то евро за штуку. Вот такие вот красотки. Так, любителям литопсисов, суккулентов, для любителей покажу, что здесь можно приобрести. Так, верхний ярус стеллажа. Литопсики стоят порядка, так, господи, 3-3,5 евро. Вот этот ряд кактусиков стоит порядка 4 евро. Вот такие красавцы 5 евро стоят. Вот такие около 9 евро за штуку. Варигатный и нижний ярус. Вот такие вот кактусы большие стоят порядка где-то 27 евро за штуку. Еще немножечко посвящается любителям суккулентов. Вот такая вот поляна различных кактусиков. За евро можно вот такие вот мимимишные купить кактусики. За 3 евро вот такие деревья. И вот такие вот кактусы. И смотрите, здесь я нашла 4 вот таких шикарных, коленьких, правда, но адениума. Цена 12 евро за штуку. Посмотрите, какие у них классные формы. Супер. Я очень люблю адениумы. Ну, такие форменные красавцы. Обалдеть. И нашла я, увы, замиокулькаса за Инди варигатного. Но ничего. Зато я разбавлю свою коллекцию красавчиком Мидори. Их здесь, увы, было не так много, чтобы ухватить, но я успела. Очень довольна, как слон. Характерные признаки сорта. Вот такие вот закругленные листочки. Посмотрите, они прям такие круглые-круглые. На горшке как раз выбито, что это сорт Мидори. Их здесь осталось всего 2 штуки. Один я успела себе забрать. Как всегда, я провела в этом магазине огромное количество времени. Мне все нужно было рассмотреть. Я увидела много новых сортов растений, много чего всего интересного. И на этой красивой зеленой ноте я прощаюсь с вами. Всем мои хорошие, мира и добра. Пока-пока!